Транспортная доступность – большая проблема для жителей ЖК «Город Набережных». Чтобы попасть в детский сад, люди тратят больше часа. Он находится на территории другого жилого комплекса. Решить вопрос активисты пришли к главе Химок Дмитрию Волошину. Ну, вот час пик, 62 битком, ни место ни с детьми не уступает, ни беременным, я вам могу сказать. 29-й маршруты очень тяжело добираться. Раньше там была временная дорога, сейчас ее перекрыл застройщик, поэтому малыши и их родители вынуждены добираться с пересадками. Также жители пожаловались на работу светофора и отсутствие остановки. Мы найдем вам решение, как вам обходить. Вот, Татьяна вам позвонит в следующий понедельник и выясним три вопроса. Первый, понятно ли, как с ребенком ходить по короткому пути. Второй вопрос, к этому моменту уже будет отремонтирован светофор, будет кнопка. И третий вопрос. Нужно сообщить дату, как я понимаю, вы не знаете, в какой день она будет стоять, вот серая остановка. Задать свой вопрос главе города можете и вы. Запись на прием ведут на официальном сайте администрации и по телефону 8 495 572 73 38.